Нет ничего ужаснее женщины за рулем. Излюбленное выражение многих мужчин. Кстати, они же и придумывают эти обидные шутки и доводы. Вроде «вы, дамы, не знаете, что такое карбюратор» или «плохо ориентируетесь в пространстве». Возможно, в первый раз женщине сложно запомнить маршрут, чем мужчине. Зато в следующий раз она четко объяснит, возле какого магазина повернуть и возле какого цвета остановки развернуться. Полный вперед! По статистике, женщины реже становятся виновниками крупных ДТП, чем мужчины. Дело в том, что у слабого пола сильнее развит инстинкт самосохранения. Ведь для автомобилисток машина – исключительно средство передвижения, а не способ получения адреналина. Хотя… Еще один интересный факт. При покупке автомобиля 97 из 100 женщин интересуются его безопасностью. А вот большинству мужчин интересны лишь его лошадиные силы и объем двигателя. Наверное, именно поэтому у алматинцев и складывается вот такое мнение о женщинах за рулем. Положительно отношусь. Отлично. А сами водите машину? Нет, но сестра водит машину, она водит ее очень хорошо. У меня тетя за рулем ездит весьма лучше. Может даже научить любого мужчину за рулем ездить. Как бы отношусь к этому плохо. Женщина не должна за рулем ездить. Нормально, честно. Потому что мы живем в 21 веке. Я думаю, что, как сказать, ну машина это как, ну, вождение, ну, не только для мужчин, но и для женщин. Это и правильно, потому что некоторые женщины и работой занимаются, и домашними делами, и детьми. А кто относит детей в школу? Конечно, женщины. А мужчина к этому не относится. Ну, не относит. А еще добавим, что британские ученые доказали, женщина гораздо быстрее переключает внимание с одного объекта на другой, чем мужчина. Отсюда сделаем вывод. Любимый мужской миф про обезьян и гранаты – это всего лишь миф.